Эта акция демонстративная. В конце концов, Пригожина можно было тихонько отравить, и он умер бы от инфаркта, как многие предыдущие противники Путина или его генералов. Но здесь несколько факторов сыграло. Во-первых, понятно, что просто одного Пригожина убрать недостаточно, надо убрать его ключевых персонажей, потому что у них наверняка был план Б в случае потери босса, как действовать, и он наверняка был не полезен, этот план, для Владимира Путина. Поэтому идеальный вариант — устранить их все вместе. Что, собственно говоря, и произошло. Смотрел, сам не мог упасть. Кто-то посрался. Слишком на него много навалилось. С этим мятежом, прочее. Так же просто так он не мог уйти из жизни.